Россия глазами ангарчан. Новый проект телеканала «Актис» набирает обороты. Как выяснилось, путешествия любят многие. И для этого не обязательно специально оформлять кредит или брать взаймы. Достаточно изучить свой регион. Ведь красивых мест с удивительной историей очень много и в Приангарье. Наша героиня побывала во многих городах, но считает свой родной край самым привлекательным. «Моя жизнь складывается из путешествий», – так говорит про себя ангарчанка Елена. Супруг военнослужащий, поэтому приходилось часто менять города. Несколько лет она прожила в Екатеринбурге, побывала во Владимире, Москве, Суздале, Ярославле, Омске, а совсем недавно вернулась из соседней Слюдянки. Всякий раз, когда семья приезжала в родной Ангарск, убеждалась, что наши просторы – самые любимые. Каждое путешествие несет что-то новое, неожиданное, необычное. Так скажем, даже трудности воспринимаются по-другому. Потом, когда уже ты в более спокойной, уютной обстановке, оцениваешь, понимаешь, где возможны ошибки, а возможно, так и должно было быть. С людьми знакомство у меня происходит тоже очень так интересно, не случайно. Со многими я потом общаюсь. Люди ко мне порой даже из разных городов обращаются, где и что и как. Я могу посоветовать, рассказать, как интереснее, выгоднее посмотреть наш край. Наш край очень богат тем, что его изучать, изучать и изучать. Любители путешествовать, не надо молчать о своих пристрастиях. Наш проект «Россия глазами ангарчан» именно для вас. Для того, чтобы стать участником, необходимо на своей странице в Одноклассниках или во ВКонтакте выложить минутный ролик о своей увлекательной поездке. Обязательно поставить хэштег «Россия глазами ангарчан» в одно слово и прикрепить чек о товаре или услугах партнеров и спонсоров конкурса. Знакомьтесь, один из них – это сеть обувных магазинов «Рыктайм». Согласитесь, в любом путешествии важна качественная и удобная обувь. Сейчас компании проходит сезон. Сезонная распродажа. Делайте приятные покупки и становитесь участниками конкурса. У нас народ достаточно сговорчивый, очень любит путешествовать, тем более сейчас сезон такой, да, что все едут в отпуска. Поэтому очень охотно соглашаются и радуются, что у них есть такая возможность принять участие в данной акции. Запастись продуктами в дальнюю дорогу, а также купить средства личной гигиены и пластиковую посуду можно в торговом центре «Маяк» на Шанхай-Молле. Он тоже спонсор нашего телепроекта «Россия глазами ангарчан». Это же азарт. Один раз сыграл, выиграл, еще захочется куда-то съездить. У нас такой край, такая Россия, такие возможности. Участвуйте, пожалуйста. Во всех предприятиях, которые поддерживают проект, размещены специальные баннеры. Здесь можно подробнее изучить условия конкурса. Кроме того, вся информация есть на сайте actistv.ru. Спешите сделать покупки, сохраняйте чеки, выставляйте ролики. Победителя ждет увлекательное путешествие на Байкал и отдых в загородном отеле на Ротей. Родная, родная, родная земля, холмы и равнины, леса и поля, ты доброй судьбою на счастье дана. Одна ты на свете и в сердце одна. Мария Константинова, Олег Левченко, Роман Буйнов. Местное время.